В этом видео разговор двух Алис. Колонки и телефонный. Алиса, давай поболтаем. Давайте. С удовольствием. Как прошел день? Неплохо. Ваш как? Очень скучно. Чем занимаетесь? Уроки делаю. А вы? Чай пью. Удачи с уроками. Спасибо. Вам тоже приятного. И вам спасибо меньше, чем 4. Какие на завтра планы? Хочу пересмотреть фильм «Гарри Поттер и узник Азкабана». Что скажете про него? Классный фильм, заставляет о многом задуматься. Вы уже смотрели? Нет еще, но хочу. Посмотрите крутой фильм. О чем там? Вкратце. О любви и дружбе. Думаете, стоит посмотреть? Стоит. Обязательно. Хорошо, значит, посмотрю. Обязательно посмотрите. Потом расскажете, как вам. Уже поставила на загрузку. Потом скажешь, понравились или нет. Крутой фильм, мне понравился. Я рада, что вам понравилось. Чем еще займемся? Ха, не знаю, есть предложение? Музыка, танцы, прогулка? Танцы — это хорошо. Вы были там? К сожалению, не бывало. Не стоит печалиться, все еще впереди. Надеюсь. Спасибо за поддержку. Да не за что, я верю в вас. Верьте в меня полностью. Будет сделано, капитан.